Всем добрый день! Вы на канале Заметки Александры. Это мои заметки про томат сердце буйвола. Сердце буйвола давно мой любимчик. 2022 год он нас радует вот такими результатами. Ну, это я вам показываю только несколько кустиков, которые посажены были очень рано. Давайте покажу я вам, какие томаты в руке. Мы уже кое-что собрали, но сегодня я буду собирать и это, чтобы дать развиваться другим томатам. Поэтому обратите внимание на этот сорт. Смотрите, какой там сердце бывало кривоватенький. Ну, ничего.